Сначала маленьких виновников торжества ждал сладкий стол, сразу после которого ребята окунулись в яркую и сказочную атмосферу праздника. Кроме театрализованной сказки представления о золотом ключике или приключения Буратино, детвору развлекали аниматоры, иллюзионисты, гимнасты, циркачи. Этот утренник знаменует старт большого областного благотворительного марафона от Белой Руси. На очереди другие города. В этой акции заложен глубокий смысл. Наши дети в нашей республике, в нашем государстве не чужих детей. Есть свои дети и наши дети. Поэтому Беларусь восприняла очень хорошо эту акцию. Мы активно в ней участвуем. Мы будем посещать, кроме новогодних утренников, о которых я сказал, мы будем посещать детские приюты, детские дома. Мы будем посещать семьи, мы будем посещать отделение больницы. Немалый вклад в создание волшебного праздника внесли студенты театрализованной студии Брестского государственного технического университета. Ежегодно юноши и девушки дарят сказку детям, которые в этом нуждаются особенно. Без преувеличения, театралы оттачивали каждый эпизод сценки, готовились целый месяц. Дарить праздник детям и видеть их улыбки – это такой позитив и как для них, так и для нас. Даже если у нас там немножко с учебой там что не получается, мы все равно бежим в студию, все равно репетируем. Да, это очень-очень, ну, увлекает. Мы с огромным удовольствием, с распростертыми объятиями ждем здесь подрастающее поколение для того, чтобы они, ну, вовлеклись в сказку новогоднюю, получили удовольствие в той молодежной среде, которая учится у нас в университете. Поэтому сделали все возможное. Общественная организация «Белая Русь» всегда с любовью относится ко всем детям. Детвора, в свою очередь, отвечает большой благодарностью и любовью в ответ. Хочу, чтобы у всех были радостные лица, чтобы все любили друг друга и были счастливы. Всего самого наилучшего, здоровья, чтобы все были рады, и чтобы все получалось у всех. Путевку в удивительную сказочную страну детям подарила и администрация Ленинского района. Вместе со сказочными героями ребята окунулись в новогодние приключения у елки. Ведь Новый год – время самых невероятных перевоплощений, чудес и волшебства. Так считают те, кто верит в сказку, а именно дети. Поэтому, когда на сцену вышли глава администрации Ленинского района Геннадий Борисюк и председатель районной общественной организации «Белая Русь» Татьяна Авдейчук в роли Деда Мороза и Снегурочки, детский восторг был искренним. В этом году, значит, более 400 семей, которые присутствуют в этом зале, мы пригласили. Каждый из них мы постарались, чтобы они получили, и они получат подарки. Вот, подарки, которые были закуплены благодаря спонсорской помощи наших предприятий. Они все участвовали вот в этой акции «Подари праздник детям». Поэтому все это благотворительная акция. Это тоже радует. С каждым годом наши предприниматели, руководители предприятий, находим у них понимание, потому что они тоже уже начинают осознавать, что социальная активность – это очень важно. И оказать радость людям, детям – это нужно. В этот день девочки и мальчики, которые уже давно пребывают в предвкушении праздника, попытались его приблизить. В этом им помогали полюбившиеся персонажи. Постановку «Новогодние приключения у елки» ребятам дарили артисты Брестского драматического театра. Сегодня еще раз убедилась в том, что правильная дорога идет и Белая Русь. Потому что программа Белой Руси предусматривает защиту детей и оказание ей всяческой помощи детству. Очень хочется, чтобы эти дети были счастливы. Конечно же, здоровье. Когда ребенок счастлив, счастлива семья, счастливы окружающие, и тогда все получается, и тогда сбываются мечты. Виктория Саченко, Лариса Осмолович, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.